читай. Да я читаю. Нет, ты вслух читай. Сертификат выдан клубом «Дружная семья» Бакинову Семену Николаевичу в том, что он прошел полный курс по подготовке к партнерским родам. Печать подпись. Ну, вот видишь, я готов. Ну, молодец. Осталось только меня подождать. Нет, это понятно. А сколько у нас до срока осталось? Ну, официально ставят 20-е. Ну и отлично, у нас к 20-му как раз плей-офф закончится. Ну, хотя, может быть, еще и раньше. Так, Сень, ты не должен в эту сторону даже думать. Я понимаю, но у нас так туго с Викингом идет. Ничего, пойдет. Вон «Пантер» как красиво сделали. Да, ну «Пантеры» играют, и дают другим играть. А эти такие тягучие, блин, как смола. Так, Сень, стоп, я сказала. Ты вратарь, ты полкоманды. Если ты с таким настроением будешь в рамку вставать, что другим делать тогда? Все, понял. Проехали. Не проехали, а мы их сделаем. Хорошо, мы их сделаем. Нет, что-то слабенько сказал. Давай еще раз. Мы их сделаем. Халтура. Хорошо. Мы их сделаем. Во. Вот теперь верю. Молодой человек, поверьте мне, все, что вы могли сделать, вы уже сделали. Поэтому не надо так кричать. Извините. Сень. Что? Я тебя люблю. Я тебя люблю. Молодежка. Взрослая жизнь. Новый сезон. С понедельника по четверг в 20:00 на СТС.